with my head stuck in a vacuum shell. And I want you to be here from the bottom of a wishing. Что я работаю в классическом стиле, а классика должна подаваться очень вкусно и очень красиво, роскошно. Поэтому я думаю, что коллекция по праву заслуживает особого внимания. О, про коллекции Юлии Асиной можно говорить очень долго. Это просто шикарные вещи. Мне нравится абсолютно все. Любовь, поэтому все эмоции я перенесла на свое творчество, на свою коллекцию. В этой коллекции вы видите такой переход от романтизма к сумасшедшей страсти. Точно так же цветовая гамма будет наполнена бело-молочными тонами, переходящими в пастельно-серые, пастельно-бежевые. А потом, конечно же, что же олицетворяет цвет страсти? Цвет страсти – это красный цвет. Но когда сумасшедшая страсть, это уже бордовый, насыщенный, такой ядреный, фиолетовый. То есть это безумие, сумасшествие, которое обволакивает все меня и все мое творчество. Обратите внимание на украшения в этой коллекции, которые сделаны с дизайнером Татьяной Митус совместно для этой коллекции. Это драгоценные камни, это изумруды, это кораллы, это жемчуга натуральные. Не могу достоверно утверждать, но я думаю, что моя коллекция одна из самых дорогих за всю историю недели моды. Maybe we can dance.
play, restore the game.